Всем привет, меня зовут Искандаров Кямран. Я учусь в центре ДАТА на курсе робототехники 108. Сегодня я в программе под названием M-Block создал игру. Эта игра называется «Приключения мыши». Тут мышь должна пройти через преграды, чтобы заполучить свой кусок сыра. Тут есть такие преграды, например, паук. Еще тут можно играть двоим людям. То есть можно играть за мышь, а еще можно играть за вот этого паука. Он должен помешать мыши забрать сыр. Если мышь коснется черной полоски, тогда кошка это услышит и придет. Тогда мышка проиграет. Если паук коснется черной линии, тогда паук тоже проиграет, потому что он там застрянет. И игра начнется заново. После того, как мышь дойдет до ключа, дверь автоматически открывается, и тогда мышь может спокойно доходить до туда. После она вернется на свой старт вот тут. И паук также вернется на свой старт. Эта игра, вот, например, чтобы управлять за мышь, нужно нажимать. Наверх это V, налево A, направо D, вниз C. И вот, с помощью вот этой раскладки мы можем вот так пройти. Если мышь коснется черной вещи, тогда придет кот и мышь проиграет. Потом она и пойдет на свой спавн. Также можно играть за паука с помощью стрелок. Вот. Он большой, поэтому он может некоторые вещи не поместиться. Если он коснется до черной нити, то он застрянет и проиграет. И игра начнется заново. И вот, паук должен помешать мыши съесть сыр. Вот, если паук коснется мыши, тогда игра закончится. И вот. Еще мышь, чтобы пройти, вот так проходим и вот. И тут пройти не получится, потому что тут закрыто. Если сейчас так сделать, то игра закончится. Чтобы вот эту вещь убрать, нужно взять специальный ключ, который находится вон там. Теперь нужно показать, как я создал эту игру. Вот нужно вот тут выйти, и вот. Тут есть специальные коды, вот все коды. Например, самый главный код это вот этот вот. Если нажать на вот это, мы должны переместить, тогда это будет старт типа. И вот. Вот тут все коды. Также нужны коды для вот этой, для Леди Баг код. Это жук такой. Вот. Также ему нужны вот такие коды. Чтобы, например, чтобы мышка проигрывала, когда касается черной штуки, нужно специальный код прописать. Вот. Называется if touching color black, then play sound mip, say game over, point in direction. То есть, если нажать на черный цвет, тогда будет играть музыка под названием «Мяу» и появляется надпись «Игра окончена», и она перемещается на свой старт. Так, в скором времени я буду делать еще более интересные проекты в программе Arduino. Также это будет выкладываться в видео. Я вам все покажу и объясню. На этом все. Всем пока!